На защиту людей сзади находятся каски строительные. И для того, чтобы не заливали газом ватно-марлевые повязки. Передайте сюда первому ряду. Помните, что я говорил? Значит, национальную гвардию она только что пхается и специально подставляет, чтобы их били. Нас интересуют только те костоломы, которые после Майдана опять восстановились, которые будут убегать отсюда и сбивать вас, потом убегать назад. Только голубаны. Молодежь, я думаю, если будешь там хатиться, то тоже нужно обрезать. Третий ряд, если осталось у вас на марлевой повязке, одевайте второму ряду. Народный депутат Соболев сейчас выяснит, в чем там дело.